Назначенный час пробил. Благословляю тебя, сын. Пора. Ваше Величество, спасибо. Пусть боги будут милостивы. Да. Принцы всегда такие принцы. Не совсем по регламенту. Тебе же речь не нужно было произносить. Принц Ноктис! Чего? Я столько хотел бы сказать тебе. Ты возлагаешь тяжкое бремя на тех, кто рядом. Да ладно, уж кто бы говорил. Я не прошу вас направлять моего сына. Просто будьте с ним рядом. Конечно, будем. Да, Ваше Величество. Мы за принца готовы жизнь отдать. Да, именно так. Друзья, там Кор уже запустил мотор. Драутас, следи за ним. И вот еще что. Общаясь с невестой, не забывай о манерах. И вы, Ваше Величество... Общаясь с нашими дорогими гостями из Нифельхейма. Об этом не волнуйся. Ты тоже, отец. Сынок, обратной дороги уже не будет. Думаешь, не поеду? Я лишь хочу знать, готов ли ты покинуть дом. Не знаю, как ты, но я готов. Как никогда. Береги себя, сын. Помни, где бы ты ни оказался, ты наследник королей Люциса. Выше голову, сын мой.
Автостопом не доберемся. Я думал, за городом люди добрее. На доброте незнакомцев далеко не уедешь. Придется ее теперь всю дорогу толкать. Я уже сам себя толкнул почти что насмерть. Вставай. Вперед. Машина сама себя толкать не будет. Я думал, машина повезет нас, а не наоборот. Было бы неплохо. На старт. Внимание. Серьезно? Толкай! Может. А ты что думал? В сказку попал, принц Ноктис. Сами виноваты. Да ладно, мелочи жизни. Надеюсь, это не дурной знак. Гладио, одна просьба. Что? Толкай машину сам. Один, что ли? Да ты и не заметишь, если мы перестанем. Знаешь, что промпта. Даже не думай. Лучше побереги дыхание. Игнис, меняемся. Да мы же только что менялись. Нок, сейчас моя очередь! Ага, его. У меня руки отваливаются. А хочешь, я тебе их оторву? Эй, крутыш, полегче! Дозвонился? Там занято. Так, подождите, это меня глючит или как? Он же был совсем рядом. Уверяю тебя, с картой все в порядке. А по карте молот прямо здесь. Ага, буквально в двух шагах. Это так на карте мира кажется. Этот мир такой большой. И полный чудес. Моим ногам от этого не легче. Вы вообще ее толкаете? Изо всех сил. Всем, чем можем. Just as long as you stay, stand by. Привет! Долго вы ехали? Так, ну и кто из вас принц? Ага! Поздравляю вас со свадьбой, ваше высочество. Да пока рановато. Жених леди Лунафрея у нас в молоте. Извини за ожидание. Это ты перед моим дедулей будешь извиняться. Значит, ты... Я Синди, специалист по ремонту авто. И внучка Сида. Давайте ее сюда уже. Это модифицированная классика, а не ржавое ведро. Неужели твой папаша тебе не сказал? Принц Ноктис. Да. Весь папашу, только благородство куда-то вытряхнули. Что? Тебе предстоит долгий путь, сынок. А с разинутым ртом ты далеко не уйдешь. Придется поработать. Заведите ее внутрь и валите отсюда. Слышали? Ладно, давайте за работу. Вот сюда.
А теперь будем сидеть и ждать. Никогда не любил ждать. Да и не умел, в общем-то. Впервые так далеко выбрались, а? Ну так погуляйте, осмотритесь. А это, чтобы вы не потерялись. Можно провести это время с пользой. Ух ты! У них тут есть Эбони! А Игни с ума сойдет! Стоп! А что такое Гил? Взгляните на товары. Нокт. Можно тебя на минутку? Мы потратили на ремонт все, что у нас было. Думаю, нам надо поговорить с Синди. Мы без гроша в кармане и без машины. Как будто этого было мало. Во всем виноват старик, раз столько с нас взял. Да, надо к нему заглянуть. Здрасте. Она еще не готова. Вы что-то хотели? Мне неловко, но ты нам денег не одолжишь? А, я поняла. Так вот, что имел в виду дедуля, когда сказал, что преподаст этим мальчишкам урок. Он сказал, что хочет, чтобы вы разобрались с местным зверьем. Они в последнее время что-то совсем обнаглели. Если возьметесь, я вам с радостью заплачу. Ну, что скажете? Все по плану Сида. Давайте ему подыграем. Он нас недооценивает, и это будет ему уроком. Только не бродите там, когда стемнеет. Демоны вас сразу разорвут.
Вот, этого должно хватить на ночлег. Только это между нами. Не говорите дедуле. Готовы к приключениям? Ага. Тогда вперед. Похоже, первая дичь найдена. Готов, Нокс? Не опомниться не успеет. Вперед! Знаешь, поговор. Лучшее направление — это хорошая защита. Это было несложно. Главное — взаимовыручка. Гораздо проще, чем казаться. Где ты этому научился, Нок? Ладно, мы быстро справимся. Двигаемся дальше. А, так куда мы в итоге собирались? Никуда, пока машину не сделают. А потом поедем на причал Галдина. Потом поплывем. И опомниться не успеем, как мальчик станет мужем. Сначала дождемся машины, а потом будем кричать горько. Понял? Почти справились. Поднажмите! Чтобы застать их врасплох!
укрытие. Задание выполнено. Кто бы это мог быть? Алло? Привет, это Синди. Как идет охота? Мы уже закончили. Вот и прекрасно, потому что у меня для вас есть новая работа. Но теперь ищем человека. Один парень, Дэйв, ушел на охоту и пропал со связи. Похоже, он забурился в старую хижину неподалеку. Старая хижина? Все понял. Проверим. Ну, что сказала Синди? Что надо найти какого-то Дэйва. Он что, пропал? Нет, он вроде как засел в хижине. Смотри, не сглазь! Только это не хватало. Если бы препарировал так следует, то смогу контратаковать. Прощай. Класс тебе! Внимательней. Да будет так. Получай! Эй, а что там с хижиной? Не хотел. Я так понимаю, ты Дэйв? Мы тебя искали.
Я и не думал, что из-за меня будет такой переполох. Я просто потянул лодыжку и застрял здесь. С этими зверями что-то странное. Я им нападал как следует, но добить не успел. Один все еще бродит где-то здесь. Вы не очень-то похожи на охотников, но... разберетесь с ним за меня? Что скажете? Конечно, мы все сделаем. За определенную сумму. А вы не из робких. Давайте расскажу, где я его в последний раз видел. Я уж подумал, что ты забудешь спросить о деньгах. Было бы разумно отдохнуть перед охотой. Хорошо. Тогда давайте поищем место для лагеря. Наверняка тут охотники работают, не покладая рук. Погоди, они вроде королевских гвардейцев? Да. Хоть они и не солдаты, а гражданские. Зато боевого опыта у них явно побольше, чем у нас. Даже как-то неловко, что на нас форма королевской гвардии. Да ладно тебе, ее же специально для нас шили. А еще на ней такой замечательный знак. В королевской гвардии по форме видно, кто ты есть. Носи ее с гордостью. Приехали. Остановимся на ночь. Состряпаю что-нибудь. Да это же... Это же... что? Ничего, показалось. Как отец родной? С тех пор, как они вернулись, о ней заботился только Сид. Обычный механик с ней бы и не справился. Я бы сказал, что он справился на отлично. Как любой даме, ей просто нужна забота. А будешь ее обижать, Сид тебе такое устроит. Если о машине заботится, она не подведет. Машина, да.
Интересно, сможем ли мы еще когда-нибудь сесть в нашу прекрасную машину? Сидеть почти весь день было приятно. А спать еще приятнее. Что ты делаешь? Я не хотел. Вон там. Это ведь он? Это что, двоерог? Да, но не обычный двоерог. Нам лучше побыстрее с ним разделаться. Секунду. Что, испугался? А ты что, нет? Злющая зверюга. Думаешь? Ну, а по-моему, он мирный. Ага. Осторожно! Так его! Покажи ему! Неплохо. Еще не все! Вот и все. День-день. Алло? Привет. Звонил Дэйв. Он в порядке. Спасибо, что нашли его. Ага. Молодцы, ребята. Кстати, ваша старушка выглядит как новая. Да, пока вы здесь. Если захотите довести ее до ума перед отъездом, дайте знать. Пожалуй, да. Она будет ждать вас в гараже. Я понял. Ну, кто теперь сядет за руль? Пусть Игнис его из рук не упускает. Ага. И пусть четыре глаза следит за топливом. Я бы ни одним глазом не уследил.
Думаю, у меня тоже не получится. Пустите меня за руль. Отлично, а то впереди мне ноги девать некуда. Человек не может идти вечно. Столичная жизнь нас к этому не готовила. Представь, что ты идешь к машине. Невежливо заставлять девушку ждать. Придется извиняться. Что это? Живой ураган! Полуптица, полуураган, полувоздушный корабль. У него три половины, что ли? Это объясняет размеры. Потрясающе во всех смыслах! Как же это уныло. Нужно пополнить запас лекарственных средств. Понял. Ну и жарище. А ты куртку? Ну, здравствуйте! Благодарю вас. Заходите еще. Но, ты видишь? А что? За задержку. Красавица, правда? Жалко на ней ездить по этим дорогам. А давайте сфотографируемся с ней вместе!
Еще один повод ездить поосторожнее. Да, и пока не забыла. Не могли бы вы кое-что отвезти для меня? А, конечно, можем. Супер! Я так и думала, что вы согласитесь. И уже положила это в багажник. По дороге в Галдин должен быть мотель. Если вы передадите это его владельцу, будет замечательно. Внучка вся в деда. Ну что, машина наконец снова готова к путешествию? Хочешь сейчас сам ею порулить, Нокт? Конечно, почему бы и нет? Тише едешь, дальше будешь. Ты сам знаешь. Ой, пока вы здесь. Если захотите довести ее до ума, дайте знать. Что будем заказывать? Смотри, вот что я могу сделать. Колесами что делаем? Увидимся. Выходим. Самый крутой гараж. Само собой. Это же гараж королевского двора. Я буду скучать по нему после всей этой поездки. Тебе никто не мешает приезжать к ним в гости, когда захочешь. Синди с удовольствием займется твоей машиной. А, точно. Ах, вот в чем дело. Если нужно, можешь брать регалию. Ура! Спасибо за предложение, но когда мы вернемся в Инсомнию, я постараюсь заиметь собственную машину.